Напомню, что мы сейчас определяем восьмерку сильнейших за каждым этим столом. Должны остаться два финалиста, которые между собой бороться уже не будут. На первом столе уже один из восьмерки «Спартак» зовут. Он уже отобрался в восьмерку. Стол номер два повторно приглашается заслуженный мастер спорта Ибрагим Ибрагимов из Дагестана. Стол номер